Вот сегодня мы здесь видим семерых ребят, которые прошли все те испытания. Я не знаю, будете вы сегодня рассказывать о том, какие конкретные испытания они проходили на этих учебных сборах или нет, но я думаю, что все было очень серьезно и на таком серьезном, хорошем уровне. Я хочу поздравить тех, кто попал в состав экспедиции, пожелать вам успешно ее пройти, поддерживайте друг друга, помогайте друг другу, потому что мы действительно понимаем, это не просто поход, да, такое увеселительное мероприятие, это действительно очень серьезно и ответственно. Это искреннее пожелание и искреннее отношение к тому, чтобы поддерживать все то, что есть у нас нормальное и что двигает нас вперед. Убежден, что экспедиция по возврату, мы обязательно встретимся, я так думаю, расскажут, как это непросто, но как это сегодня необходимо. А потом это важно для истории страны, для наших спортсменов. Мы сегодня помним великих спортсменов, которые стояли у наших истоков. Это не в меньшей части были динамовцы, это наш фундамент. Мы сегодня чтим тех героев, спортсменов, которые прославляли Советский Союз, Россию. Сто 120 километров мы даже более прошли на лыжах в Карелии. У нас все было под контролем.